Процесс сноса бывшей бани на улице Великая в Великом Новгороде, который начался в воскресенье, затягивается. Мэрия сегодня сообщила, что работы продолжатся до 12 февраля. Перекрытым на это время останется и участок дороги под окнами аварийного объекта. За два полных рабочих дня на объекте подрядчик и его тяжелая техника не добрались и до экватора процесса сноса. В историю здание, которое на деле оказалось крепче, чем с виду, уходит неохотно. Демонтировать его приходится буквально по кирпичику. Внутри конструкция укреплена металлом. Единственный на северо-западе пригодный для этого агрегат медленно вгрызается в стены и перекрытия, превращая их в строительный мусор. Плюс с обеих сторон от объекта проходят коммуникации, теплотрассы и линия электропередачи. Именно в возникших технических сложностях главная причина отставания от первоначального графика. На старте работ петербургская компания «Александрград» планировала справиться за выходные, потом отведенный срок продлили на 2 дня, а теперь еще на 3. Все это время, то есть до вечера пятницы, участок улицы Великая от Разважа до Яковлевой будет перекрыт. Это требование безопасности. Водителей просят с пониманием отнестись к возникшим неудобствам и заранее планировать пути объезда.